Приводить излюбленные места отдыха горожан в порядок стало уже традицией для добровольцев молодежного центра. В этом году субботник объединил не только волонтеров, но и школьников со студентами. Ребята вышли с метлами и граблями в парк культуры и отдыха. Он наконец-то освободился от талых вод и земля просохла. Мы живем в этом городе, мы дышим этим воздухом, и мы хотим, чтобы наш город был чистый и воздух был чистый, потому что в парке гуляют дети, они тоже этим дышат, и чтобы не было мусора, все было чисто. Мы за чистый город! Мусор, сухую траву и ветки не просто сгребли в кучи, их сортировали в мешки и даже взвесили, прежде чем увезти на полигон. Задача не просто убраться, экологическая акция еще и краевой конкурс, в котором принял участие наш город. А по его условиям, после субботника 2.0 не должно ничего остаться. Акция заключается в том, что нужно собрать раздельный сбор мусора. Это стекло, это бумага. И это пластик. По итогу субботника мы это все взвешиваем и результаты отправляем нашей акции в краевой центр. Совсем скоро территория парка станет намного уютнее, тогда здесь жителям города будет приятнее отдыхать. Все сучки, листочки и палки, это все уберется. Несмотря на то, что весна пока не радовала теплой погодой и гуляли в парке небольшое количество людей, мусора накопилось много. Банки, склянки, фантики. Все это волонтеры собрали. Не оставили без внимания и зеленые уголки. Старую поросль спилили. Первоочередная акция – это уборка территории, облагораживание. Дальше еще кое-какие есть у нас планы. О них чуть позже расскажем. Также сегодня оказали помощь молодежному центру в покупке инвентаря. Как здесь, так и на набережной Весе. Сегодня, надеемся, большинство уберем. По итогам взвешивания в Центральном парке собрали 41 килограмм стекла, 2 килограмма бумаги и 1,5 килограмма пластмассы. В разы больше мусора оказалось на набережной ВЭС. Субботник там проходил параллельно. Стекла оттуда вывезли почти 172 килограмма, пластмасса 66 и 48 килограмм бумаги. Валерия Черных, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.